Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Играем мы Call of Duty. Итак, у нас теперь Рейн. Ну это мост, как я понимаю. Март 45-го года. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем Рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Не, все-таки Рейн это значит река. Ну давай. Сопротивление немцев. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Вот так вот. Окрестности Ремагина. Ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирсон в запое. Спасибо. Пьешь? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на косыри. Что ты сейчас сказал? Вы слышали? Иди отсюда, пока можешь ходить. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Убирайся! Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Больно? А вот нечего было. Мне приказали отступить. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв. Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный — это еще мягко. Что-то фигня какая-то. Как в киношном фильме. Сержант, я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. Капрал. Я как понимаю, капрал — это прапорщик. Он за тем мостом, но его еще надо взять. Ну что, вот и он. Последний мост через Рейн. Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан, или пропал. Все нас к этому вело. Держись! Здорово! Ладно, со мной, давай! Нам надо занять въезд на мост. Есть, сержант. Пошли! Давай. Что у меня за оружие? Эй! Не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс. Не пожалеете. Пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена там на мосту, там укрепление еще построили.
Так. Так. Блин. Но я для вас тут стараюсь. Вот так. Нормально. Ой-ой-ой. У тебя что там, пулемет что ли? Давай подлечимся. Перевязочный пакет. Подожди. Ага, тут никак. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. На. Блин, ну вы могли бы там подсобить как-то, я не знаю. Чё я один-то скачу как козлик-то? Это наш. А это не наш. Еще разок подлечимся. Ой-ой-ой. Так, танк уничтожен. Блин. Где, где? Сложим сошки, перезарядим. Так. Красиво, красиво. Пойдем. Ой-ой-ой. Давай, перезаряжусь, подожди. Пойдем. Это что за текстуры? Текстуры побили. Лежать, лежать! Быстро. На пол! А ну лежать!
Давай, давай. Разруби врага, Дэнни. Вижу, вижу. Все чисто. Ну что мне надо? Ну я не знаю, что с ним еще делать-то. Понятно, опять. Уж. Сейчас, минутку. Пойдем. Так, порушенные текстуры. Здесь я эту взял штуку. Ну пойдем. Просто не дать им успеть. Вот так. Ну-ка вот так вот, если сбросить его здесь, идти взять этот пулемет. О, так можно поправлять. Что у нас еще с пулеметами? Давай. Забираем. Так, снаряжаем и подбираем. Ну и хрен с ним, 10 патронами. Пойдем. Еще раз возьмем. Вышибай двери, или я должен. Давай. Готов. Пошли. Вперед! Эй, вы! Обезвредьте заряды под основной конструкцией! На ухо отходят! Тихо! И смотрим в оба! А, тут мост-то. Ну, мост одно название, конечно. Ну уж какой есть. Тебя на прицеле, Дэнни! Так, уехать он не успел, уже хорошо. Давай. Молодец. Кто там у тебя? Он запарится. Вот так. У вас что там, еще там что ли бой? Ой-ой. Ну, что ж, не успели мы спасти мост, получается. Давай, давай, давай. Не весь же мост взорвали. Вставай! Не надо идти! У нас еще есть дело! Слышишь? Где ты? Штуки! Вау! Че, нашли кого-то? Давай. Войска противника! Да.
перезарядим. Так. Ой. Подожди. Давай еще дымовую. Ага, лови. Вижу прицел. Кинул дымовую гранату. Так, надо этих сверху-то снимать. Подлечимся. На. Откуда? Откуда по мне стреляли? Где аптечка? Эй, пилюлькин! Ты где? Вау! Так, подожди, я перезаряжусь. Живо поднимайся туда! Я? Могу подкинуть гранаты или дымок. Подожди. Я. Живо поднимайся туда! Блин, придется мне. Чё? Что у вас тут происходит? Так. Есть еще гранаты и дымовые. Вот оно, что я искал. Подожди. О, кружка. Давай. Блин. Подожди. Есть аптечка. Блин, не получилось. Ладно, еще разок. Могу подкинуть гранаты или дымок? Давай, подкинь. Давай-ка, подкинь. Вот, держи. Вот это мне пригодится сейчас. О, аптечка. Тут нет аптечки. Так, 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 так.
Да. Вот так. Подобрали патронов. Аптечка. Аптечка есть. Давай, лечимся. Так. Берем пулемет. Аптечку взяли. Что еще есть? Все? Давай, пойдем вниз, вниз. Разорванные и, конечно, порванные, не для меня. Так, патроны, патроны надо. Самолеты разбомбят мост, мы должны захватить зенитки. Хорошо, понял. Бросаю гранату! Так, подлечимся. Так, нам получается, надо только удержать их, что ли? Я не понял, мне сюда? А, нет. Граната! Так. А куда мне? А, вот. Вот куда мне. Доберись до зенитки. Знать бы, куда бежать здесь. Куда? На. Так. Не высовываться. Дэниел, садись за зенитку. Давай. Твой выход. А подождите, на час, на два. Конечно. Ты видишь, сколько я их сбиваю? Конечно, меня тут как не увидеть-то. Я тут устроим Варфоломеевскую ночь. На. А чё? Слазь, слазь тогда, слазь. Теперь они просят против нас всё.
подожди. Давай еще дымовую! Держи, Дэниел! На! Подожди. Так. Кидай сюда! Лови! Молодец. Держи позицию, прицеп! Аптечек нет. Тот, кто аптечки таскал, он в плен, что ли, попал? Полетела граната! Вы ранены уже. Ранен, да. Еще. Ой, стоило мне сюда приходить-то. Тихо. На, в туннель. Ни хрена себе. Вижу движение. Они выходят. Прекратите огонь. Конечно, выйдут. Куда тут денешься? Все кончено. Все кончено. Где аптечки-то? Ну что с мостом? Забрали мост себе? Мост наш. Я должен перед вами извиниться. Ты мне должен гораздо больше. Проходите! Вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился, Фриц? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. Не знаю, что делать с приказами Дэвиса. Вас понял, сержант. Послать его со своим приказом. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод. Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Но я нет. Нет, пока не найду Цуса. Был Сахаров, стал Цукерман. Ну, эпилог. 4 апреля 45 года. После моста мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Ну да, это Бог. Последний. Похоже на трудовой лагерь. Да. Кошмар. Слабонервным лучше не смотреть. Идем. Это будет ужасное зрелище. Здесь никого нет. Было реконструировано на фотографиях, которые были найдены во Вторую мировую войну. Только почему-то трупов нет. И было много трупов, очень много. Так.
кто-то тут подбомбил. Видимо, не хотели, чтобы кто-то в живых оставался. Давай, может, ты ворот откроешь или дверку. Да, это было, говорю, это по фотографиям было реконструировано. Фотографии я видел Второй мировой. Вот этих лагерей. Вот здесь они жили. Кто замерз, кто не замерз. Кстати, они... Многие были голые. Так что... Их не кормили. С ними обращались хуже, чем со скотом. А вот фотографии, кстати. Морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Вот фотографии эти в игру вклеили. Чтобы знали, кто такие вот бандеровцы, нахрен, они такие же. Все эти нацисты. Фашисты, нацисты. Нацисты хладнокровно убивали наших парней. И никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, казнили в назидание другим. Кошмарно, кошмарно. Комнан... не знаю, комендатуру. Убивали самых слабых. Тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! Подожди. Дэниелс. Иду. Обещал Цусману. Мы его найдем. Я не гарантирую, что живы. Давай смотрим. Живой, не живой. Ну... Я вперед. Цусман! Скорей! Ред! Ред, стреляй! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал и что хотел сделать. Будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Пол! Умер от потери крови. Волк загрыз. Там, в снегу. Потому что я не смог. Чёртов, я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет, не сегодня. Куда бежать-то? Цусман! Беги. Подожди, подожди, там немцы вроде кричали. Где-то тут расстреливают. Падла. Неужели? Живой. Я сплю, наверное. Вот уроды. Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей. Не спеши. Хорошая концовка. Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. История взывала,
И вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены к героям. Ну что ж, парни. Сусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! На позитиве. Нормально. Навещу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешеный — это еще мягко. Если будешь в Чикаго... Заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни. Ища любой способ выжить. Но ты мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. Давай. До конца. Ну вот. Хорошая же концовка. Все домой вернулись, кто был в начале. Кроме одного, естественно. Того, кто сержант был, который погиб. Ну что ж. 2 недели спустя. Лонгвью, Техас. Сон был другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой. Ну что ж, вот еще одно Call of Duty мы закончили. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Оставляйте лайки, ставьте комментарии. Ну и теперь за новую игру. Пока!